Знаете, вот подобные действия депутатов, когда они обсуждают вопрос о том, что надо ввести продажу номеров, это скорее говорит о том, что очень многие в депутатском корпусе современном воспринимают свою работу как бизнес. Вот и все. А на мой взгляд, нужно совершенно иначе создавать правила игры. Правила игры. Контролировать, чтобы правительство соблюдало эти правила игры само и обеспечивало их, а не участвовать в бизнесе на депутатском уровне. К сожалению, сегодня очень многие законопроекты при якобы при проведенной антикоррупционной экспертизе являются бизнес-проектами, которые пролоббировали то аптекари, то курильщики, то опять аптекари, то там еще кто-то. В общем, ну вы знаете, это же на самом деле все видно и прозрачно. Стыдно.